Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за арабов в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с иностранцами. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну и напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу. Приятного вам продолжения просмотра. Бывшие города немцев в моей религии. Ну... 901 против 210. Выглядит так, что Англия и Китай вынесет. Правда, мы вообще даже... Ну, тогда Англию я вижу. Мали объявил войну Наске. Ну, блин. Это бред. Well, I didn't let you так, а почему я не могу? А, вот. Hey, do you hear me? Там англичанин объясняет, что не может позволить Китаю ударить мне в спину, поэтому ты должен умереть. Давайте, наверное, тут поставлю кампус. Так, ну, с турком все понятно, можно возвращать юниты домой. Не успел никуда шпиона отправить, не успел в Каире выбрать строительство.
практически все в темный век вышли. После стольких золотых веков самое время в темный выходить. Так, промышленная зона. Ну что, я тут хочу ее строить. Блин, тут, конечно, плюс 4 уже. Может, эту тогда оставить, наверное, для этого города, какую-нибудь промышленную зону. Блин, а что так у Мали мало денег, блин? У всех мало денег, блин. Два веточки великих людей этого класса. Давайте не начисляет писателей. Плюс 5 к боевой мощи. Легкая кавалерия. И я 2 очка дипломатической победы. Причем за легкую кавалерию давайте побольше вольем. Всякий случай проверю, что это легкая кавалерия, да. Так, великий художник удваивает очки, блин. Ну это Англия, видимо, блин. А так, легкая кавалерия, да? И индус. Да, Пантеон, конечно, наверное, все-таки не самый удачный взял. Хотя из того, что там было, Колосс, Темпломайор. India, can you reject that?
Yeah, of course. So it was a, it wasn't a mistake, yeah. Take another friendship to be sure you're not, and then when your alliance is off, oh, it's there. What are you doing? Please unpause. Alex. I mean, we don't really need an explanation. I have just one tile to pass to the Inca. I don't need friendship with him. I have one tile to Inca. Так, шпиона Анкарват давайте дострою. Ну, чувак в наглую поставил тут город и возмущается, что я этому не рад. Так, тут пока тоже отложу, нужно промышленную зону строить.
Нам бы шоколадом с кем-нибудь поторговать. Блин, да я тут и конями, оказывается, могу забрать. Просто город. А я тут, блин, бомбарды веду. Can I live since I lost 6 out of 8 cities? Так, кавалерия будет на прокачке. Тут тоже собираем и ставим сюда промышленную зону. Короче, можно не... Надо к этому городу сразу идти. Тут что-то легко берется. Меркантилизм открыли. Блин, там Зрил все строит. А Зрил это кто вообще? Это инка, что ли? Да. Блин, город реально берется просто так. Надо будет отойти этой кавалерией. Не знаю, ну он меня реально, то есть хорошо ты поставил город, но не будь таким жадиной, говядиной. Ух ты, стены успел бахнуть, ты посмотри на него, как каноид. Где на фланг?
Да ладно, кто-то построил Ангкор-Ват. Блин, я его долго... Этот я захватываю. Я его слишком долго строил, блин. Откладывал, точнее, слишком много раз. Ну, там Ганста предлагает объявить победу Англии, типа. Мне кажется, рановато. Кстати, а что с нефтью? Вот это с нефтью повезло. Даже рядом нигде ничего нету. Не просто, чтобы оно было, а просто рядом нету даже. Что англичанин приплыл через море и атакует. Очень странно. Да ладно, блин, что за копья такие суровые? Наску просто уничтожил. Блин, Мали пошел, просто уничтожил Наску. Блин, зачем? Ты религиозная нация. Зачем ты пошел, уничтожил Наску? У тебя еще и пустыня рядом. Да, это... Это вообще непонятно. Так, ладно, пока не знаю, куда... В Болонию 23 там сидит, в Болонии у перса. Ужас какой. Ну, персу на самом деле повезло, что нефти нету. Получается, я просто не могу артой на него идти. У меня просто нету нефти, все. Делай, что хочешь.
Блин, вот это надо взять. Меньше буду лошадей тратить. Перешел реку. Хм. А, тут меня кат атакует. Ой, нормально. Исфахан, что ли, взять? Или ну его. Блин, это я, наверное, зря влез так. Ну, надо, наверное, на зранку идти. Так, ну и смысл тогда стали варенье открываю. Хотя, производство от лесопилки. Что тут можно ускорить? Банковское дело, научная теория, два банка. Извержение произошло, как всегда. Начинается. Ну. Сын Шухуандя, это что, вышел? Ну, ну как бы, чувак на первом месте, ну понятно тут все тогда. Блин.
Ну это временный маскат, я вообще могу перекупить? А, я могу его перекупить. Вот его временные войска и ушли. Ладно. Хочет так маскат перекупать, фиг с ним. Ну, короче, персу тупо помогает англичанин, то есть для того, чтобы признать победу англичанину, ну тут бессмысленно. Тогда я не могу забрать перса, соответственно, усилиться, если ему помогает англичанин, вот все. Вот и все. Давайте Виктора. В барку перебросим. Или в парсу. Давайте в парсу. Я тут отступлю. На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!